В этом году продолжается губернаторская программа «Дороги Подмосковья». Повсеместно проводится ремонт дорог, причем как федеральных трасс, так и внутриквартальных. О том, как проходит переасфальтирование в городе Ликино-Дулево, смотрите далее. Несмотря на жаркую погоду, дорожники кладут раскаленный асфальт. Температура в этом месте свыше 50 градусов. Однако контракт есть контракт. Работы нужно выполнить в срок. В этом году в городе Ликино-Дулево должны освоить 25 миллионов на ремонт дорог. Значит, на эти 25 миллионов совместно с областными деньгами будет отремонтировать у нас 25 объектов. Ну, где-то есть крупные, где-то мелкие есть. Если мелкие взять, вот, скажем, 1 мая 16, там, ну, там буквально 180 квадратных метров, надо сделать. Жители там из подъезда выйти не могут. Объект. Крупный объект, вот как сейчас вот здесь мы находимся, это вот кольцевое движение в микрорайоне Ильяса и дорога туда к 1 мая 22. В этом году во всех дворах должны быть закончены работы по обустройству парковочных мест. Самый крупный объект – территория вокруг дома на улице Калинина 4/1. Довольно-таки большой объем. Там, если я сейчас не ошибаюсь, порядка около 2 миллионов мы должны освоить там. Потому что там большое расширение парковочных мест будет. То есть подъезды есть много, а машины поставить вообще негде. Будет расширение очень большое. Ремонтные работы должны были начаться еще в мае, но произошла задержка из-за отмены первых результатов торгов по госзакупкам. Новая система, по которой проводится аукцион на ремонт дорог, порой доходит до маразма. Так произошло возле дома на улице 1 мая 24, где в этом году на совершенно разбитой дороге появился лежачий полицейский. Лежачий полицейский был запланирован по просьбе жителей еще в том году. Но поскольку у нас наши вот подрядчики не успели с дорогами, и вышли они только к зиме, ну, а контракт был, как говорится, уже заключен. В итоге мы с ними договорились, что они нам эти лежачие полицейские, согласно контракту, выполнят. Но они выполнены, я их не успел остановить, чтобы сначала дорога, потом лежачие полицейские. Но все равно контракт есть контракт, они обязаны были выполнить. Ну, теперь дорога там будет идеальная, лежачий полицейский также будет сделан. Тоже по просьбе жителей. Узнать более подробно обо всех ремонтных работах, проводимых в Орехово-Зуевском районе, можно на страницах общественно-политического еженедельника «Своя газета».